Ну и у меня остались те черенки, которые как бы не было плодов, как бы, но по описаниям, опять же, Fig Hunter очень классный сорт. Это 934 такой череночек. И также у Hussein я взял два черенка французского сорта Col de Dame Nord. Два череночка, тоже классные, свежие. Попробую привить. Но нет этого сорта. И тут вот сам плодик есть еще тоже, он каталожный номер 266. Такой цвет красивый. Вот такие красопеты, ребят. Есть чем, короче, мне заняться. Будем прививать. Все, thank you for watching.